Привет, подписчики, привет, народ. Я нахожусь сейчас в отпуску. Так, у меня стройки и все такое. Наводим порядок в мастерской. Будем заливать пол. В прошлом году что-то начал. Заливать часть залил. Часть все остальное. Вынести отсюда не все получается. Вот делаем дополнительные полки. Для того, чтобы удобно было и осциллограф снимать, и все остальное. Значит, а у нас сейчас покупочки. Опять же, что приходит, что покупаю. Заказал я еще второй такой, да, правда, это я брал на Озоне. Один был 39 ватт, второй 36 ватт. Написано, по крайней мере, 30 ватт. Но чем выше, тем лучше. В принципе, диод поставить последовательно, и работают они, будут работать нормально. А нам приходят посылочки. Я жду посылочки, ребята, с Казахстана. Все, я уже не первое видео хочу показать, что пришло с Казахстана. Но... Вот. Чуть-чуть. Это у нас генераторы чуть-чуть другие. Чуть-чуть другие. Надо запомнить этого продавца. Вот я не помню, я заказал это через Казахстан. Так, сообщаю, что практически все продавцы от нас постепенно ушли. Все, я заказывал, все меньше, хуже, цена дорожает, перемаркер идет, да, помните, я показывал, жаловался, и вот все к чему, обрезало, в общем, все. Перемаркер купить можно, а хорошее нет. Оно сперва дорожало, а потом исчезало. И вот как-то так. И я заказывал через Казахстан. Я вам покажу, объясню, как я это делал. Нет, это тоже уже второй комплект такой беру. Очень удобно иногда подвесить, крутануть, потому что у меня ящиков с инструментов много, плюс выездные инструменты, и оно нужно. Иногда выручает так, что ничего такое другое не заменит. Стоит копейки, очень, вроде 65 рублей, очень функционально. Тут даже не о качестве металла говорить, а о том, что оно может сделать, что другое не сделает, не подлезешь. Ну, это у нас сигнализаторы о разряде аккумулятора. Их много у меня есть, как бы, но пока мы не, пока не ставим. Потом будем ставить, но ставить надо туда, где он действительно нужен. Вот в маломощное устройство он нужен, а в мощное устройство он не нужен. Иногда есть вольтметр выручает, а иногда просто если садится аккумулятор, то аппарат начнет пищать просто потом по себе. Видно, что он уже не выдает мощность, он как ограничивает ток. Нет, ребята, еще вот что есть. Это у нас ДСДС повышайка. Стандартная. Я уже практически во все аппараты ставлю эту приблуду. Оно выручает при понижении напряжения от аккумулятора. Да и стабилизирует всю работу. Вот, посылочки пошли, ребята. Посылочки пошли все в одном. Сейчас я вторую тоже строю. Я помню, что тиристора должны быть. Тиристора. Должны быть тиристора, ребята. И все остальное. Так как время настало плохое, а заказы есть, и спрос есть, и разработки требуют. Народ требует разработки. Что-нибудь лучше. Так, это нужная вещь. Очень много уходит конденсаторов. По крайней мере, они работают, и проблем с ними не было. Казахстан пошел через Россию, уже это раньше я заказывал. Раньше я заказывал, тут 100 штук диодов. У этого же продавца только через Казахстан не получилось у нас заказать эти диоды. Диоды
ультрабыстрые, может быть, не совсем идеальными параметрами лучшими, но работают они безотказно, ребята, я скажу так. УФ-5408. А кто знает, что надо драцелек обязательно ставить и колечки одевать ферритовые на каждый диод или хотя бы на выходную часть. Но и того все равно их надо 4 кольца. Тогда диодом легче работать. Потребление ток меньше. Из-за выбросов, из-за уменьшения звона не бывают выбросов. Это у нас 100 штук. У меня они есть, и в те преобразователи, в ключи идут они у меня. Они у меня идут в 500-ваттные преобразователи напряжения. Ну, в тысячники, 1000-ваттные я их не ставил. Там идут уже 508 у меня. Вот о том, о чем я говорю. Это у нас ХР-508 идет. Опять же, у того же самого продавца, но через Казахстан. Я сейчас вскрою и вам расскажу, как я заказывал. Я не раз слышал от одного человека, но как-то внимания не обратил. Второй раз услышал от кого-то знакомых. Третий раз услышал, потом видео даже увидел. Ну, давай попробую, потому что деваться некуда, запчасти нужны, а их нет. В магазинах цены подняли, все то же самое, цены только поднимаются. И в Китае они тоже поднялись, но когда их нет вообще, то... Все печально, ребята. Конечно, закупаться зимой. Вот я зимой много покупал всего. Надо посмотреть, что это такое. Это Казахстан, ребята, все. У нас такого не купишь. Уже давно, будем говорить так. Давно взял, а больше не получалось. Пока не попробовал Казахстан. А ту лавочку закроют, ребята. Резисторы. Резисторы очень нужная вещь тоже. Тоже резисторы, ребята, именно малогабаритные, они очень-очень нужны. Именно те номиналы, которых у меня отлично. 3,3 килоома затворные, например. 1 килоом на рассасывающий заряд, например, говорю, да? 22 ома тоже затворные, да? То есть все покупается, все. Хотя оно есть, я могу найти там БУ. Но, ребята, все идет новое. Потому что скоро времени у меня будет совсем мало, но будет отработанная схематика, и будет она колонироваться, как впрок, оно будет должно быть в наличии. Раз, модули, осталось только собрать. Все идет под то, что. Поднародное, как говорится. Но каждый будет настраиваться на определенную воду, на определенные условия. Это будет соблюдаться. То есть модули будут, но они настраивающиеся модули будут. Потому что все, почему говорят, в одной плате не сделаешь. Да потому что еще одного аппарата такого, чтобы копии делал, нету. Все разное, везде все по-разному. Я отрабатываю схемы, мне интересно. Я вижу, как они работают, в каких регионах, на какой воде, что, как, да почему, понимаете? Я с них слеплю то, что мне надо, то есть закупаю тех, которых нету. У меня очень много закуплено таких, я их использую, подстроечные. Там, где вообще нужно подстраивать изменения, всегда ставится подстроечный. У меня так, чтобы потребитель мог крутануть частоту, например, длительность отрегулировать, частоту там или еще какой-либо параметр. Это обязательно должно быть. То есть делаем не то, что для себя, для людей. А не под 7 замками все должно быть закрыто. И вот, ребята. Маломощные, небольшие. Когда 3 ключа в плече и более. Там нужно чуть-чуть запас, хотя этот запас лишний, ни нагрева никакого нет. Вот 2-амперные, ребята, вполне хватит.
вполне хватит. Поставить конденсаторы еще, они всегда стоят, но как дополнительные. Вот, я попробовал. Если все вытягиваете сильнее, греется, все работает нормально, зачем больше? Больше и не надо. Потому что аппарат, когда идет народный аппарат, колонированный аппарат, вот я отработал вот по такой схематике. Конечно, там, если делать на заводском преобразователе, получается все это ерунда, ребята, но если его доводить до ума, там очень много чего надо переделать. И это придется делать, потому что они закуплены, а у меня в заказе есть самоловы на переменном токе, ребята. Уже сделал, уже работает, как бы так, да, но нам надо сделать на прохладненькую воду. Не нужно нам эти 20 градусов. 20 градусов это месяц-два в году, если вы сможете порыбачить. А остальное время, а весна, а осень, когда он собирается в кучу. Надо ведь? Надо. Вот. Поэтому мы решаем проблемы те, которые нерешенные остались, еще не решились. Вот. Их надо решать. Как-нибудь, но надо решать. Поэтому, если это не буду делать я, кто это будет делать, ребята? Ну, это у нас повышайки ДСДС тоже. Это ХР-508, это. Вот. Вот, ребята. Что-то мне пришло не так, ребята. Будем искать. Новые. 40 ТПС 12А. Выбиты знаки, как бы все есть. Может, по пластику. Это видно, что другой завод сразу. Ну, я скажу так, что это надо все проверять. Потому что без проверочки 5 штук. Должно быть еще, ребят. Или оно еще мне не дошло. Неужели отправили разными партиями? Не может такого быть. У меня было такое, что я раз выбросил нескрытый пакет в мусор. И потом искал, нашел. То есть ведро свое. Поэтому надо с этим быть внимательным. Сейчас все пересмотрим, ребята. Все абсолютно пересматривать надо. Потому что их, если ну правильно, первую одну партию, больше 5 штук, там платная доставка становится. И не получается. Приходится заказывать разными партиями. По-моему, их 15 штук должно быть. Если не 20. Потому что я заказывал впрок, как говорится. Скорее всего, они придут отдельно. Скорее всего, так. Ну, что делать? Будем ждать. Я вам просто показал, что заказывают, что приходит. Значит, заходим в Google. Допустим, выбираем город Астана, Казахстан. Запрашиваем индекс. Там высветится вам индекс. Записываем этот индекс. Он пригодится вам. Далее. Заходим Яндекс.Карты или Google карты, разницы нету. Выбираем город Астана, выбираем какую-то улицу. Улицы там названия такие для русского человека трудновыговариваемые, да, как бы длинные. Ну, выбираем ту, которую мы можем прочитать, и нам легко ее записать. Ага, выбрали какую-то улицу. Открываем, выбрали улицу. Все, значит, есть индекс, есть улица. Запросит микрорайон, конечно, Алиэкспресс. То есть мы заходим, открываем приложение Алиэкспресс. Ну, я это делал на телефоне, можно делать и на компьютере. То есть адрес какой-то реальный есть сейчас, который вы зарегистрированы, обычно уже зарегистрированы. Добавить адрес. Добавляете адрес, значит, пишите страна Казахстан, город вводите Астана. Ну, на английском, конечно, языке. Далее улицу. Он запросит у вас район. Он предложит район. И берите, по-моему, верхний, тот, который показал район. Он обычно показывает правильно. Предлагает район. Выбрали район. Выбрали индекс. Вы ведь его заранее уже выбрали индекс. Вы должны его внести. Внесли. Сохранить. Сохранили.
Все, у вас получается сейчас уже был не ваш город в поисковике, указанный адрес в Алиэкспрессе, а уже будет Казахстан. Вы в Казахстане начинаете выбирать товары. У вас открывается сразу большой ассортимент продавцов, товаров и всего остального. Вы берете и нужный вам товар по нужной цене, устраивающий, то есть по отзывам, там смотрите, как бы так, да. Озон, ведь Озон в Казахстане, Озон СДЭК и Алиэкспресс одинаковый, рублевый расчет идет. Поэтому все идентично. Только будете через ту страну заказывать, а после вводить свой адрес, свой реальный адрес. Иначе, если вы оплатите по казахстанскому адресу, которому вы недоступны, то, соответственно, вы этот товар не увидите. Он придет туда, и кто-нибудь его заберет. То есть, а забрать он на почту, может быть, не сможет, и как это будет возвращаться обратно в Китай, или как, я не знаю, но вы его фактически не получите. То есть, вывели все данные, вплоть до индекса, и сохранили. Сохранили, зашли, выбрали в корзину товары, потом заходите в корзину, отмечаете товары, там, один, два, смотрите на доставку, как вам удобно, что можно заказать, три, и будет доставка та же самая, цена не изменится, и бесплатному, допустим. Или цена повышается, вам невыгодно, будете заказывать по одному. Вот вы отметили количество, и что вам надо взять в этом товаре. Далее, что вы делаете? Далее вы оформить заказ. Вот как только вы нажали оформить заказ, у вас открывается меню. Там будет указано, как оно будет доставляться, какая цена, так Казахстан будет цена чуть-чуть другая. Вначале вы видите цену, как для России, потом будет цена казахстанская, она будет чуть-чуть ниже, коэффициент, видать, какой-то есть у них, все-таки ближе. И когда вы уже хотите, все выбрали, все пометили, все, что надо оплатить, вы подменяете свой адрес, то есть выбрать адрес доставки другой, то есть у вас сохраненный другой, вы ставите свой реальный адрес, телефон, номер, имя, фамилия ваша, оно не меняется. Вы выбрали свой адрес, реальный адрес на ту почту или там пятерочку, куда она приходит. Да, вот мне приходит все в пятерочку в основном. Только какой-то один из товаров, вот я не помню, какой-то один из товаров мне пришел на почту. Остальное все приходит в пятерочку. И вы оплачиваете, не забудьте сменить адрес на реальный. Вы оплачиваете, вы сразу увидите ту сумму, которая была еще до оформления, да, до оформления. Потом она во время оформления будет казахстанская чуть-чуть ниже, а потом она опять повысится, та, которая была, то есть для российского региона. Конечно, они видят, откуда это заказывают, да, как бы все. Но это не запрещено. Заказ-то был с Казахстана, Казахстана, типа, открытый магазин для вас, открытый. Вы заказали, оно пришло. То есть, какой обманный метод? Сам китаец, сам продавец тоже хочет продать. И не будет он эту фишку закрывать. Оно ему не надо. Может быть, кто-то Роснадзору тоже, Роспотребнадзору тоже оно не надо. Наоборот, как бы так, да. Это только санкции со стороны вот тех недружественных государств, которые объявляют не продавать сюда ради деталей, чтобы не могли собрать там ничего квадратопора, или как можно на этом собрать, допустим, квадратопора, я не понимаю, но все это можно. Я так думаю, что, наверное, раз это нельзя сюда к нам доставить, значит, это можно.